Целью конкурса является популяризация среди студентов области произведений выдающихся казахских писателей и поэтов, а также творчество местных авторов. Кроме того, мероприятие направлено на углубление знаний об истории и культуре края. Конкурс организован в формате интеллектуального состязания, включающего несколько этапов. Участники продемонстрировали свои знания в литературе, краеведении и других областях. В рамках конкурса участникам будут задаваться вопросы по краеведению, литературе и различным предметным направлениям. Такой формат способствует не только проверке знаний, но и стимулирует молодежь интересоваться историей, культурой и наукой. Подобные инициативы играют важную роль в формировании всесторонне развитой личности, мотивируя студентов стремиться к новым знаниям и достижениям. Конкурс проходил в два этапа. Первый этап – отборочный. На этом этапе студенты соревновались друг с другом, отвечая на 25 тестовых вопросов. Целью было выявить самых сильных участников, которые перейдут в следующий раунд. Второй этап – решающий. Здесь лидеры первого этапа боролись за звание победителя. Финал был разделен на три тура, в каждом из которых участникам задавались вопросы из разных категорий. Темы охватывали краеведение, историю и предметные области. Могу с уверенностью сказать, что подошла к конкурсу с хорошей общей подготовкой. За плечами у меня уже есть опыт участия в различных областных мероприятиях, где я неоднократно занимала призовые места. Я убеждена, что главная цель этого конкурса не просто проверка знаний, а формирование знающего, эрудированного и целеустремленного поколения, которое будет гордостью нашей области. По завершении мероприятия участники были награждены благодарственными письмами за активное участие и стремление к знаниям. Лучшие 6 призеров, которые показали наивысшие результаты, получили дипломы и ценные подарки. Альбина Азамат, Нуроман Самиголаев, телеканал Атырау.